Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала Самогонщик с Урала. Сегодня будем делать завтрак, приятное родным, печь булочки с корицей. Для этого нам килограмм теста, сахар, масло растительное. Итак, корицу мы добавляем в сахар для аромата, вкуса, и собственно начинаем формировать булочки. Итак, берем тесто, сколько вот нам надо. Столик у меня небольшой, так что вот я по чуть-чуть всегда беру. Раскатываем в колбасочку, нарезаем на необходимые нам дольки. Многие мужики часто говорят, что не умеют ничего делать, вот только самогон хорошо получается. Все это фигня, все мы все умеем, просто ленимся. Вы согласитесь, когда жена спит, ты приготовил тех же булочек к завтраку, это довольно-таки приятно. А если вы никогда это не делали, так это вообще родные удивятся. В будущем я планирую показать, как я делаю тесто. Ставлю его сам. Тесто сдобное, пресное, тесто на пиццу. Все это будет выложено на канале у меня. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну а пока булочки. Все подробно рассказывать не буду. Извините, что говорю тихо. Еще раз повторяю. У меня все спят. Раннее утро. Вчера была пятница. У меня легонькое похмелье. Еще не поправлял здоровье. Не знаю, буду ли поправлять. Ну, вот так. Раскатываем лепешечку. Чтобы тесто у нас не прилипало, нам как раз понадобится вот это масло. Смазываем немножечко маслом. Берем сахар, мы смешали с корицей. Такой цвет получился. И чуть-чуть буквально посыпаем. Ну, это на любителя. Если лишка пересыпите, у вас будет карамель по противню. Потом отмывать несколько проблематично. Ну и заливаешь горячей водой и отмывается. Итак, скатываем наше тесто. Складываем его пополам. Прижимаем пальцем. И до пальца отрезаем ножиком. Выворачиваем. Вуаля, наша плюшка готова. Выкладываем все на заранее смазанный противень и даем расстояться. Итак, булочки наши вот немножечко расстоялись, готовы. Духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. Режим стоит с вентилятором. Верхние и нижние тены. Так, вот я разбил одно яичко. Сейчас вот мы легонечко смазываем, чтобы у нас наши булочки были красивые, румяненькие. Ну и небольшая хитрость. Я вот для себя это делаю. Точнее, заметил, что как только они стали красивыми, булочки испеклись. Но без яйца они блеклые. Так что вот смазывайте и ставим в духовку. О, нагрелось.
запекать 15-20 минут. Дальше продолжим. Процесс приготовления наших булочек. Ну, пока у меня пекутся, я поставлю выгонять брагу, точнее пока залью ее в куб. Прошло 5 минут, булочки заметно увеличились в размере и начинает он подрумяниваться. Ну вот, прошло 15 минут, наши булочки вот так стали выглядеть. Сейчас будем их доставать. Наши булочки готовы. Приятного аппетита. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Радуйте своих близких вкусными булочками. Подписывайтесь на канал. Буду еще выкладывать выпечки, блюда. Ну и, конечно же, настойки. Настойки самогона, ликеры, виски, как я делаю брагу. Все это будет. Пишите комментарии, подписывайтесь. Вступайте в группу «Самогонщик с Урала» ВКонтакте. Ссылочка есть на канале. Будем общаться, дружить, делиться опытом. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.